Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с чрезвычайным полномочным послом Республики Узбекистан в России Батырджоном Асадовым. Стороны обсудили развитие сотрудничества в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Самарская область и Среднеазиатская республика имеют давнюю историю отношений и развитые деловые связи. Об этом, в частности, говорит активное взаимодействие в рамках первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана в октябре 2018 года. Сейчас идет процедура согласования проекта соглашения между правительством Самарской области с Хорезмским и Наманганскими регионами. Также участники встречи обговорили вопрос вывоза на родину граждан республики, находящихся на территории Самарской области. Власти региона принимают безотлагательные меры помощи, чтобы разрешить проблемную ситуацию. Я уже вам передал привет от Узбекистана за те ваши усилия, которые вы сейчас предпринимаете, чтобы создать максимально те условия, которые позволили бы избежать осложнений эпидситуации, где сейчас собрались наши граждане. Я надеюсь, что мы сегодня, обсудив сложившуюся ситуацию, найдем пути решения, найдем предложения, которые мы смогли бы довести до правительства наших стран, и которые способствовали бы скорейшему возвращению граждан Узбекистана на родину и, соответственно, минимизации какого-то дискомфорта для людей.